если целое приедет. Так, ну что, я приехала кататься на картинге. У меня в Союзе еще две девчонки. Приехала, сначала подумала, вот сейчас опять зайду в женскую раздевалку, никого не будет, а не тут-то было. В общем, оказывается, картинг среди девочек очень даже популярен. А вообще, хочу сказать, ну, я думаю, что это вы без меня видите. Я очень счастлива вернуться во всю эту движуху, пускай даже это не дрифт. Хотя я видела там дрифт тоже бывает.